Лала Исмаил-Кызы пока еще не верит своему счастью и осторожно осматривает новый автомобиль. «Ладу Весту» жительница Сызрани получила после того, как приняла участие в викторине «За родное, за свое». Счастливая обладательница нового автомобиля. Не верили в чудо, но оно случилось. Лала рассказала, что ответила на вопросы викторины о Самарской области. Здесь она живет более 30 лет, работает помощником воспитателя в детском саду. Очень любит детей. Сама воспитала двух сыновей, которыми гордится. Одному из них, возможно, и подарит автомобиль. Сын у меня, да, мечтала Веста. Веста каждый день говорили брату, надо Веста купить. Вот мы выиграли. Мы все семьей очень рады. Выиграли машину. Впрочем, Лала и сама не против сдать экзамены на права, поскольку давно мечтала водить машину. Очень благодарна, кто организовал эту викторину. Спасибо всем большое. Также счастливыми обладателями автомобилей стали Антонина Ивановна из Самары и житель поселка Смышляевка Вячеслав. Многие жители региона после участия в викторине «За родное, за свое» стали обладателями туристических наборов и путевок. Проверить результаты можно на сайте Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области, а забрать призы можно до 5 апреля. Также сотрудники Центра по обработке данных будут обзванивать всех победителей. Светлана Кудрявцева, «События».